Разве нет бальзама в Галате? А в Ефесде нет воды живой. Столько слез, а слезы соль на раны. Сколько всех измученных душой. К Иисусу галилеяне, Рави Равуни, тянутся, как ветви к солнцу, сотни рук, чтоб сказать потом, не я ли, кто чуть не умер, но избавился от недугов ему. Сколько ран душевных, сколько ран телесных, словно мира алавастровый сосуд. Люди ждут хотя бы взгляд очей небесных, что от всех болезней и грехов спасут. К Иисусу галилеяне, Рави Равуни, тянутся, как ветви к солнцу, сотни рук, чтоб сказать потом, не я ли, кто чуть не умер, но избавился от недугов и мук. К Иисусу галилеяне, Рави Равуни, тянутся, как ветви к солнцу, сотни рук, чтоб сказать потом, не я ли, кто чуть не умер, но избавился от недугов ему. Если исцеления нет уже как прежде, это жизнь, у каждого свой крест. Но в открытом сердце все же луч надежды, что бальзам души и в Галааде есть. К Иисусу галилеяне, Рави Равуни, тянутся, как ветви к солнцу, сотни рук, чтоб сказать потом, не я ли, кто чуть не умер, но избавился от недугов и мук. К Иисусу галилеяне, Рави Равуни, тянутся, как ветви к солнцу, сотни рук, чтоб сказать потом, не я ли, кто чуть не умер, но избавился от недугов и мук. К Иисусу галилеяне, Рави Равуни, тянутся, как ветви к солнцу, сотни рук, чтоб сказать потом, не я ли, кто чуть не умер, но избавился от недугов и мук.